Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю рыбку, у меня филе минтая, и я буду его обжаривать в кляре. В кляре она получается очень сочная и вкусная. Рекомендую приготовить вместе со мной. Для этого нам понадобится филе минтая 900 грамм, луковица 1 штука средняя, соли 1/2 чайной ложки, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и лимонного сока где-то 1,5 столовой ложки. Рыбку я помыла, посушила и нарезаю на порционные кусочки. Перекладываем рыбку в глубокую посуду, луковицу разрезаем на 4 части и затем режем тонкими полукольцами. Отправляем лук в рыбу, солим по вкусу, перчим и выдавливаем сок лимона где-то 1,5 столовые ложки. Затем все хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и даем ей промариноваться где-то около часа. Пока рыба маринуется, мы будем делать кляр. Для этого берем 3 яйца. 50 мл молока можно заменить водой, 1/3 чайной ложки соли и 2 столовые ложки с большой горкой муки. Муку пересеиваем через сито. Яйца вбиваем в глубокую миску, добавляем соли, добавляем молока, перемешиваем венчиком хорошенько и постепенно вводим муку и хорошенечко размешиваем, чтобы не было никаких комочков. Вот такой консистенции у меня получается кляр. В сковороду наливаем подсолнечного масла 50 мл, хорошенечко ее разогреваем на огне. Рыбку вмакаем в кляр и выкладываем на сковороду. Рыбку обжариваем на среднем огне с каждой стороны где-то по 2 минутки до золотистой корочки. Так проделываем со всей рыбкой. Ну вот такая она у меня румяная и красивая получилась. В середине очень сочная и вкусная. Так что если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и до новых встреч!